Утро, Красноярск. Ну что ж, как и обещала, сегодня у нас день искусства. И уже от живописи переходим непосредственно к музыке. Причем не простой музыке, а очень даже ласкающий слух. Дело в том, что сегодня будем с вами слушать джаз, потому что поговорим про конкурс «Джазовый стандарт», который состоится завтра, 31 марта, в музыкальном коворкинге «Волна». Но все подробности знает руководитель джазового отделения колледжа искусств Данила Мазай. Данила Олегович, доброе утро. Здравствуйте. Наш конкурс будет проходить уже пятый раз. Фестиваль открытый для всех музыкантов и любителей, и профессионалов. Будет проходить по нескольким номинациям в разных возрастных категориях от 10 до 35 лет. Ну серьезно, есть в 35 лет, кто приходит на этот конкурс, да, есть и 7-летние, да? В этом году поступила заявка из Братска. Приезжают взрослые музыканты, саксофонист. В прошлом году были друзья с Новосибирска, участвовали в этом конкурсе. А вот из наших красноярцев кто Надежда? Кто наша Надежда? Расскажи. В первую очередь это наши студенты нашего колледжа, нашего отделения. Они участвуют все. Это у них как бы принудительно, обязательно так все. Ну, конечно, есть звезды. Я смотрю, они радуются тут за кадром просто очень сильно. Есть звезды и хорошие музыканты в школах города и края. А самому молодому участнику вот сколько лет, мне интересно? Планируется участие 7-летнего музыканта. 7-летнего музыканта. Мне кажется, нельзя такое пропустить, я считаю. Ну, давайте не будем голословными. Наверное, дадим немного возможностей ребятам поиграть. Студенческое трио колледжа искусств. Пожалуйста, ребят. Я передаю слово вам, студия.